команда. Привет вам из Крыма, из Коктебеля. Мы сейчас находимся в шикарном отеле «Лекс». Вы знаете, с «Орифлейм» все мечты сбываются, потому что мечта о путешествиях – это одна из самых больших моих мечт. Увидеть мир своими глазами, побывать в разных городах и странах. В Крыму я тоже первый раз, благодаря вот «Орифлейм» мы здесь оказались. Ребята, до конца каталога осталось всего лишь несколько дней. Вы знаете, для кого-то это мало. Кто-то скажет, что такое там несколько дней, что за это время можно успеть. А для кого-то это нормально, классно, работа, и много-много можно успеть за это время сделать. Вы знаете, вот у нас вчера был первый день семинара, и я там поняла, что лидеры – это люди, которые делают, несмотря ни на что, и не ожидая быстрого результата, а просто делают каждый день много. И делают всегда чуть-чуть больше, чем планируют. И все получается. Делайте всегда немножко больше. И вы даже не заметите, как быстро вы вырастете по карьерной лестнице, и все ваши мечты начнут исполняться. Успехов вам! Я вас очень-очень люблю. И желаю вам исполнения всех мечт. Пока-пока! Говорит, как родитель.